Россия, в общем-то, пыталась запугать Украину, но из этого ничего не получилось. Украинцы стоят на своем, и украинцы не отказываются от своих позиций, от своих требований. Россия пыталась, все время пытается сделать так, что вроде бы не она нападает, она тут ни при чем, это Украина угрожает. Но весь мир уже полгода обсуждает вопрос о том, начнет ли Россия войну или нет. То есть в этом плане Россия, не Россия, а Кремль проигрывает, но никакой реакции, никакого, так сказать, отступления не происходит. Ему, грубо говоря, плевать на то, что, на то, какое существует мировое общественное мнение, мировая дипломатия, мировые нормы.